Hey, okay, с вами Шимки, и мы продолжаем проводить игруху под названием Darksiders 2 Death Edition. Как вы помните, я сказал, если я не пойму, как это делать, то я начну с новой локации, так? Так. Я решил все-таки посмотреть видео, все такое. Никто ни хера не объяснил, но я уловил всего лишь одну мысль, которую сказал один из игроков, который проходил данную игру. И я это услышал на зарубежном канале. Что нам нужно сделать было? Пуляем. У нас открылся портал. Зажимаем. И мы создаем мощный портал. Мощный, Карл. Благодаря которому теперь мы можем делать то, что мы хотим. Боже, почему... Стой. Я хочу просто уточнить. Так, мне нужно... А, у меня даже ее сюда не добавили. То есть, вот в том и проблема. Понимаете, когда мне ее дали, хотел ее типа прочесть потом. Я же мискликнул, да, типа убрал. Я хотел прочесть. Но мне, сука, ее не дали прочесть. Откуда я мог знать, что нужно удерживать кнопку? Чтобы типа, чтобы меня типа толкало быстрее, там, я не знаю. Теперь знаем. И тогда, значит, можно сказать, продолжение игры продолжается. Так, одно готово. Второе готово. Да, долцешку мы все равно с вами пройдем. Это неизбежно. Так. Так, так, так. Мы должны... Так, сразу переключаясь на руку. Отличненько. Ух, я чуть не спрыгнул вниз. Так, ну, здесь окей. Ты меня куда-то приведешь? Нет. Так, мне немножко нужно... Ага, здесь у нас сломато, значит, здесь я это и сделаю. Или... Да. Отлично. То есть нам плевать, какие у нас шарики, да? Но главное, чтобы они функционировали между собой. Хорошо. Так, сразу переключаюсь на пистолеты, потому что здесь эти странные духи из трупика вылазят. Это лучший вариант. И сразу нужно смотреть, может, за одним из водопадов что-то да и спрятано. О, реликвия. Жалко, что их все-таки продавать не могу. Ух, пронесло. Тут нычки нигде нету. Нету. Зашибись. Так, я вижу тентишку, которую, понятное дело, я взорву. Так. Так, снизу там еще был. Это понятно, я наверх могу забраться. А, я уже полностью все сломал. Ну ладно. Она мне все равно не нужна. Или нужна стоять. Что вот это было? Какие-то пипец быстрые чувачки. Какие-то головоломки. А, ну это проклятое, понятно. А, мы одну воду очистили. Смотрите, мы одну воду очистили. Осталось еще три. Я не могу. Ломаем вазы, потому что за разрушение тех или иных объектов там что-то дают.
Вот сейчас сундук дадут за уничтожение всех этих вас. Нет? Нет. Либо когда как вот эта молния типа бьет в трупики, тогда они что-то начинают делать. Ну это понятно, там у меня ворон показывает куда-то вниз падать. Ну за сундуком я тут спрыгну, и там хороший сундук. Блин, а мне нужно на ту сторону получается. То есть мне хоть так нужно вниз прыгать? Да? Да. Тогда спрыгну там, где сундук. Фиолетовым. Ага. Вот так, да? Так-то. А ну-ка. Нет. Да такой провернуть нельзя. Ну, бомба только с той стороны. Либо я могу сделать сейчас другую вещь. Да, видите, меня типа не пропускают. А ну-ка попытаемся, чтобы если вдруг я упаду, чтобы у меня была вторая попытка. Нет, нельзя этого сделать. Ладно. Тогда погнали. Мне туда обязательно, да, идти. Светлый мечник. Он делает две атаки. Одну заряженную, но это он под себя делает. Ток, проклятие наложил, тихо. Там что, второй появился? Нет. Он какой-то бронированный очень. О, убил. Манать, еще один. А не, не один. Все-таки он один, но со своими дружками. Ай-яй-яй. А, ну, в принципе, у меня... новое орудие труда. Поэтому не так страшно. Можно и так побить. Тихо. Ой-ой-ой. Челик. О, вот это было больно. А вот это было больно. Ну я ж первый замахнулся. Ну убей! Готово. Косы синие. Там косы обычные. Да, косы обычные. Ну, мне, в принципе, сюда только идти. Вот эта херь. Вот после него из трупика вылазят призраки. По звукам что-то гудит. Мне нужно в ту сторону, так или нет? Нет, значит мне нужно в другую, так, страница мертвых.
Я еще не знаю, где остальные страницы искать. А, они мне нужны. Кстати, там что-то было? Кажется, нет. Да. Я все еще болею. Так, это заряжено нас. Ой, блин, ну нет, 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 просто спрыгнуть ты можешь. Молодец. Сразу откроем портал. Чтобы был. Это... А, это фу, это летающие. Бам. Бэм. Бэм. А вот это не по-честному. Полетел. Готово. Не, ну как бы оно хилит, да, но оно хилит слабенько. Так, как раз у меня лапки. А нет, там походу ничего такого нету. Ладненько, полетели. Что-то слышу, но не вижу. Так, сразу на пистолет переключаемся. Ага, у нас головоломочки пошли. Видите ли, головоломки. Еще одна реликвия. Ты у нас открываешь только ворота? Да, хорошо. Это хорошо. Головоломки. Так, у нас два луча. Два лучанских луча. И что от этого от меня хотят? Сначала нужно дать в одного энергию, так? У нас портал открыт здесь. Да, все отлично. Теперь мы берем пушку, пуляем. Теперь. Свет же работает снизу. Работает. Теперь мне нужно сделать клоном. Один повернет сюда, а другой здесь. Поехали. У нас? В смысле? Все. И что я должен был получить? Вопрос. Вопрос достаточно хороший. А нужно ли мне здесь было портал ставить? Смотрите, сделаем вот так. Теперь я меняюсь. Он этот отпускает.
Могу я теперь запустить туда ж, в тот портал? И я закрыл портальчик. Хорошо. Это я портал закрыл. Да, мощный я запустил. Отлично. Теперь. Это дело мы опускаем. Создаем клона. И вперед. И готово. Теперь нам нужно понять, где порча вот эта. Чтобы все провернуть как надо. Так, сразу на пистолет. Сразу на пистолет. Так, вот у нас водоемчик проклятый. Да куда-то я могу пробежать. Ага, это у нас место со взрывчаткой. А. Тихо. Тихо, нужно добить их. Тебя тогда добьем. Готов он получить сильную и полететь? Ну блин, ну ты чего? Полети. О, вообще куда-то улетел. Так, ну здесь понятное дело, что будет ключик. Это логично. Да-да-да-да-да, ключик. Здесь у нас проклятая хрень, но я могу взять смерть. И благодаря смерти мне ничего не будет. Гном, гном Адам. Загадочная фигурка гнома, оставленная гном... Гном Адам. Гном Адам. Вау, их еще найти нужно. 4 штуки. Это что еще? Доп-контент? Мне до хера тогда чего нужно найти? И страницы мне нужно какие-то найти. И найти... кусочки этих. Подожди, о чем я говорил? Страницы мне нужно найти. Потом мне нужно кристальчики найти. После кристальчиков мне еще нужно найти, оказывается, гномов. Ну, поищем. Так, снизу это не то. Нам нужно куда-то... Тихо, тихо, тихо. А, я зря, да, пошел туда? Ладно, нет. Слышал призрака. Нормально, все, здесь есть подъем. Все нормально, здесь, ребята, есть подъем. Мне нужно взрывчатку достать как-то. Ну, а выстрела достаточно, чтобы убить. Так, гном же мне, по идее, добавился, да, по сюжету? Так, книга мертвый, палка и камни. Любую комбинацию трех камней. Пипец, вот гномы ада, вот у меня свет павших, бродячий камень. Боже, мне много на самом деле. Так, по предметам, да, это должны быть квестовые, да, гномы. Загадочная фигурка. Ну, понятное дело, что я Вики все посмотрю, и по Вики я быстро дойду до этого места. Так, портал. Чтобы сократить время. Отличненько. Хорошо, что я портал не убрал. Так, берем пистолет сразу.
И побежали. Нам нужно в какую сторону? Там у нас просто водоем, да? Или нет? Нет, у нас там не водоем, потому что там взрывчатка, с помощью которой мы можем взорвать, стоять. Реликвия. Через водопад светится, которая... Нужно еще реликвии эти собрать, точно. Там какое-то количество. Понятный дух смерти. Ага. И мне и сюда тоже нужно. Хорошо. Хорошо, хорошо. Если мне нужно в эту сторону, значит мы побежим в противоположную сторону. Логично, логично. Только мне кажется, я там далеко не добегу. Но хотя бы, может быть, страницу найду. Почему бы нет? А, здесь я могу довольно, знаете, что пролететь. То есть у меня было два варианта, как туда попасть. Но я вижу там сундук. Так, пистолет. Да, я вижу здесь сундук. Так, фиолетовая бронь. Руки. Руки, руки, руки. Да, там есть, пойдем, все отлично. Там чего не валяется? Интересно, когда я этого демона найду. Который создает духов. Еще одни базы. А, блин, тут еще целых два водопада. Хотя нет, один центральный, да? Да, один центральный. Остался, и можно проходить дальше. Походу, там будет босс. Взяли такого, мне его втихаря кинули. Там довольно... Бац, бац. Да что, не хватило? Хватило. Закончим, я думаю, в этой серии мы с вами. Эту фигуру... О, у меня книга за спиной появилась. О, с этого не вылезло. Рано. Так. Игра не валяется. Вода. Вот в воду я прыгну. Тихо. Потому что в воде может быть что-то. Да, есть реликвия. Кусочек какой-то. Блин, я не знаю, как они называются. И меня снова развилка, куда идти. С одной стороны, я могу просто вниз отсюда спрыгнуть, да и все. А мне, в принципе, туда и нужно идти. Ладно. Ну, я тогда сундук бы пропустил. А я пропускать ничего не хочу. Зеленая булава. Здоровье закрыт. Странный противник. Главное ульту не использовать. О, тихо. Так. Я сейчас не лоханулся. Теперь юзаем руку.
Ага, он хочет, чтобы я к нему, да, залез? Добро. Не, ну это мощный портал. А как мне закрыть портал? Ладно. Бэм. Бэм. Поехали. Ну, как обычно. Так, меняю сразу на пистолет. Еще часть. Еще 7 штучек. Мы купим еще дохера херительную. Так, открываем здесь, открываем там. Сразу переключаюсь на пистолет. Минусурно, минусурно. Слышал деньги. Я слышал деньги. Мне их дали? Что я не заметил. Ой, троны можно сломать. Может, сундук дадут. Так, сразу мне и на руку. Давайте, бойся-ка. А, наконец-то мы с тобой встретились. Но он довольно быстрый, поэтому его только рукой хватает. Но он... Труп. Так, ладно, его нужно валить только. А. Давай, двух зайцев одним ударом. Да, он, они быстрые, они просто быстрые. Вот гомнюк. И этот гомнюк. Так, вот это мне... Он типа сдох? Бем. Бем. Да, не сдыхает. И потом разряд молнии какой-то происходит. Скорее всего, он мне может нанести урон. Так, ломай. Ломать нужно все, что видишь теперь. Потому что дают сундуки... вещами из ДЛЦ. А я хочу все вещи из ДЛЦ, потому что вот я сейчас в охерительной броне. Обидно, нихера не дали. Кристаллы сверху нигде нету. Нету. А блин, а вот я их не проверил на пуле. Так, нормально, сойдет. Может, и эти нужно сломать.
нет, тоже нет. Сразу, чтобы время не тратить, открываем портальчик. О, страница. Еще 5 штук осталось. Так, я вижу, во-первых, портал. Но я не уверен, что именно он мне нужен. Окей. Здесь, я думаю, логично. Здесь, я думаю, логично. Или не очень. Или все-таки не очень. Для чего я сюда спрыгнул? Просто так. Я сюда спрыгнул просто так. Так, превращаемся обратно. Жалко, что это на цифры нельзя сделать. Превращение. Там у нас нигде, да, не было прохода. Так, это бой я просто запульнул. Хотя не буду пулять, а то мало ли сейчас. Хотя попытаюсь. Нормально. Но в принципе попробовать можно. Не, оно не отмечает, значит нельзя. Если не отмечает, значит нельзя. Я же переключил на пистолеты. О, это секретный ключик. Ключик. Что ты открываешь? Блин. Понять тут этих всяких лазеров. Я, в принципе, знаю, что я могу сделать. Мне нужно понять, куда оно будет целиться. И открывать ли мне еще какие-то проходы? Походу нет. Тогда нужно подумать, что из этого можно сделать. Во-первых, раз. Потом превращаемся. Портал я сделал до хера далеко от этого места, поэтому. Тем. Это сейчас как? А ладно, отсюда сделаем. Хорошо. Теперь мы создаем клоном. Блин, тихо. Создаем клоны, и нам нужно запульнуть
вторую часть энергии, ну, уже сильно. Блин, ну видите, здесь как получилось, не очень. Так, теперь у нас работает два портала. Все, отлично. Запускаем. Полетел. Забираем сундучок, а дальше я не знаю. Это невозможно. В принципе, этот портал можно оставить. И второй нужно нам там провести. Второе нужно еще где-то найти. А, как-то так. Только как это сделать и где его найти? А вот и я нашел его. Да, это место. Теперь возвращаемся. Я только оттуда так, да, могу попасть? И мне вот это постоянно нужно вот так делать? Вы издеваетесь? О май гад. Окей. Забыл. Да, это долго. Это херь долгая. Но вы ничего другого я не вижу. Как говорится, повторением это еще не, да? Так, вторым мы запуляем. Сейчас возвращаюсь. И что я сделал? А, мне нужно энергию запустить точно. А, отличненько. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп в ладоши. Чисто я, получается, повторно сделал одно и то же ради сундука. Так, все. Так, готово. Теперь зачем здесь был портал? Лет. Слишком большое место. Вижу реликвию или страницы, или что это? Реликвия Хагута. Необычные редкие реликвии, такие хранились у верховных воеводы, так, династии Хагут. Понятно, что эти тоже нужно попродавать, все такое. Ладно. Так, ну, ага, все. Здесь, я думаю, проблем нету. Так, поэтому мы очистили последнюю воду. Как я понял. Так, погнали, заберем сундук. Боссы. Довольно хорошие косы. Их нельзя прокачивать.
Готово. Нахера здесь портал? Все, держу в курсе. Сразу на пистолет переключаемся. Мне нужно ниже. И что, я могу потом обратно вернуться? Как водоемчик, я могу в него поплыть. Так, там что-то да есть. А, то есть я понял, все. Нормально. Все нормально. Что я перепутал. Думал, что я другую локацию типа переплыл уже. Переплыл, приплыл. Так, денежка. И по идее открылись центральные ворота. Ну, а что же таится за этими вратами? Мы узнаем с вами в следующей серии, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.